Доброе времени суток! Елена Корзинок, проект «Территория роста». В этом видео я вам расскажу, как добавить себе в контакты одного из участников чата. Мы заходим в чат, в котором мы находимся, открываем список участников, и мы видим тех, которые у нас есть в участниках. Здесь вот справа мы можем спускаться. И, допустим, мы смотрим того человека, которого у нас нет в контактах. Например, вот здесь вот указана Елена. Ну вот я хочу ее себе добавить в контакты. Или, к примеру, Дмитрий. Мы нажимаем двойным щелчком на того контакта. После этого этот контакт появляется. Его написано, что нет в списке контактов. Нажимаем «Добавить в список контактов». После этого нажимаем «Отправить». Все, запрос на добавление в контактах этому человеку отправлен. Спасибо за внимание. Елена Корзинок, проект «Территория роста».